сожалению, не получилось сегодня победить ни у одной команды, выявить сильнейшего. Скажи, какая была подготовка конкретно к этой игре, потому что все-таки, наверное, в группе это один из, ну не один из, а самый фаворит, скажем так, группы. Я думаю, что команда из Лезгов-то фаворит самого турнира, даже не группы. Вот, и на самом деле очень неожиданный результат. Мы после игры с командой Гарпастум, я не думал, что мы сегодня так хорошо сыграем в обороне. Вот, поэтому можно считать, что результатом довольны. Да, очень много кусались и частенько отбирали мяч, доходили до ударов. Почему, как считаешь, не получалось забивать? Я думаю, что противник давал так играть. Может, тоже ребята не настроились. Мы просто настраивались на игру только в защите, поэтому ходили только на контратаку. Вот, поэтому что получилось, то получилось. Ну и сегодня ваш вратарь, кажется, сыграл просто максимально хорошо, потому что отбивал очень много. Как считаешь, его заслуга в том числе, что всего лишь один пропустили, или защита отработала? Команда. Просто команда. Вот. Он просто сыграл на своем уровне. Вот. Да, были хорошие моменты, он подтащил нас. Спасибо ему. Ну и осталась последняя игра в группе. Какой план на нее? Турнирная таблица предполагаю, что мы должны, если мы не выиграем, то мы никуда не пройдем. Вот, поэтому с импульсом будем бороться, а дальше посмотрим. Вот, спасибо.